Так, ну, привет всем тем, кто здесь. Сегодня будем красить вармашину. Конкретно Scorn. Привет, привет. И в каком формате мы это будем делать? У нас сегодня задача, да, этот вот несколько таких вот штучек покрасить. Вот такого вот парня. Покрасить вот такого парня. Вот такого парня. И вот такого парня. Я не вижу никакой большой проблемы в этом, потому что покрасить надо будет у нас, ребята, в три цвета. Такой турнирный покрас просил вот, нам сделать Хейзенберг. Сам великий, ужасный Хейзенберг просил покрасить вот ему вот эти несколько моделей. До этого мы ему покрасили, там, это вот все в одной партии была армия of Everblight. Там фоточки можно было увидеть на в группе Либердемоника. Ну и каким образом я собираюсь это делать? Я собираюсь сделать так. Я собираюсь замутить микрофон, включить музончик и какие-то делать основные вещи. Вот, грубо говоря, сейчас мы будем делать пришейд. Я сделаю пришейд, гашу обратно музыку, разговариваем за пришейд. Потом опять включаю музыку, наношу там основной тон. После того, когда я его нанес, гашу музыку обратно, с вами разговариваю. Да? Чтобы у нас продуктивный такой процесс был в том плане, что не отвлекаться постоянно на бла-бла-бла, да, а будем вот конкретно заниматься делом. Ну и кому интересно, соответственно, посмотрит, кому нет, не посмотрит. И также в перерывчиках будем обсуждать всякие вещи, связанные непосредственно с покрасом. Так, на моменты. Обновлю себе Twitch. Обновляйся, Twitch. Покрас. Так, все, обновил. Ну вот как-то так. Приступим. Кстати говоря, ребятки, кто еще здесь, если я не остался один сам собой, вы можете зайти сейчас в группу ФФХ, посмотреть новый видосик, который там был выложен. Если мне память не изменяет, что же там было выложено, да. Там анбоксинг Ghost Kill'а. И новость про новую книгу по ереси Хоруса. Ну и я предлагаю так, что если у кого-то вопросы есть по новой книге, давайте их все вместе обсудим. Дрзавт, и тебе вечер добрый. Вот. Ну а сейчас, собственно, пойдем по схеме, уже мной указанной. Да? То есть сейчас мы будем делать пришейд. И на момент, пока я делаю пришейд, мы включаем музыку. После того, когда мы его доделаем, музыку выключим, поговорим за пришейд. Зачем это вообще нужно, ну и тому подобное, и про покрас в три цвета, так называемый турнирный покрас, который у нас попросил исполнить ему господин Хейзенберг. Вот. Погнали! Будем слушать некую группа Sungrazer, такой пост-рок,
который мне, в принципе, очень нравится, претит, и вроде бы Twitch его не банит. Вот. Ну что, погнали. Thank you.
ну и вот поделали мы, ну что тут подгружается стрим, но вон ребята это как-то правят, говорили вот вчера, что через оперу смотрели и происходит без лагов, да, все это дело. Также вот как медиаплеер используют для просмотра. Не знаю, потому что вот у меня что вчера, что сегодня дропов нет, и мы на самом деле снизили качество стрима. Да. Не знаю, давайте, может, попробуем. Так, секундочку. Меняли. Не, лагало я на опере, да? Ну, в принципе, как вариант, давайте так. Если продолжит лагать, мы на секунду выключим стрим и чуть-чуть еще убавим вниз качество. Может быть, поможет. Окей? Так что, если что, пишите. Вот, ну и, собственно, сделали пришейдик. Да, для тех, кто не знает, для чего делается пришейд. Для того, чтобы следующие тона, следующие цвета, которые мы ставили, да, они в тех местах, где у нас остался черный, были темнее, в тех местах, где у нас есть белый, они становились светлее. Ну вот, кстати говоря, мне нравится пользоваться, на самом деле, светло-серым, не совсем белым, а светло-серым цветом, потому что более такой мягкие цвета появляются там, где вот белые, не такие супер яркие, потому что, ну, как-то я вот не фанат там супер яркости, это вот какой-то вот мультик фломастер сразу же, вот. И большая, на самом деле, ошибка у многих людей возникает, знаете, с чем? Она заключается с тем, что они, то есть мы когда задаем цвет, вот я специально ставил вот здесь вот такой моментик, чтобы с вами об этом поговорить. Вот вроде свет отсюда, да? Окей. Но это не значит, что света не будет здесь. Он здесь есть. Поэтому, вот видите, здесь везде также есть пришейд, но его меньше. Он такой потусклее. Потусклее. Здесь он более яркий, потому что здесь вот непосредственно та самая солнечная сторона, да, вот. Ну и что мы сейчас будем делать? Цветовая схема очень простая, у нас на самом деле используется не так уж и много цветов, а конкретно. Какие цвета у нас будут использоваться? Ушаптибоун. Вот он. Ушаптибоун. Ушаптибоун. Агракс. Далее. Мефистон, Evil Sans и Карбор Кримзон. Вот. Всего-то ничего. Ну, да, у нас там еще будут также серые цвета на шкуре мамонта. Это Dark Reaper и
такой и механику Standard Grey. Он чуть-чуть светлее, видите? То есть это будет у нас подложка, ну, база, это у нас будет чуть-чуть посветлее. Вот, это как раз-таки будет для кожи вот этого чувака и для кожи носорога. Вот. Все остальное, что мы будем использовать, это ушаб T-Bone, ну и вот тут вот немножко, да. Вот. Так, сейчас, секундочку. Да. Ушаб T-Bone, потом это все покрывается агроксом, потом еще раз ушаб T-Bone. Ну вот на этом, собственно, и останавливается. Вот. Даже у нас такой моднявый будет три цвета, потому что три цвета, в принципе, это вот только плоские цвета, без всяких проливок. Мы вот попробуем даже, может быть, немножко красоты сделать. Поэтому что мы сейчас делаем? Вот здесь. Мы сейчас полностью эту миниатюру задуем в ушаб T-Bone. Большую ее часть, потому что вот все вот эти вот доспехи, его доспехи, это как раз таки ушаб T-Bone. Вот. Да, потом красненькие всякие флажки, это Мефистон. Здесь у нас то же самое. Вот. А тушка, вот она, у нас задуется в Dark Reaper. Вот, ну что, погнали, включаем дальше музончик. Конечно же, чтобы заработать побольше шекелей на студию, чтобы туда немножечко летело, можете поставить что-нибудь свое, полтинничек песня, соточка, две песни, 153, ну и погнали. Вот. Таким образом буду работать почти музыкальным автоматом сегодня у вас. Вот. Ну и чтобы поднять вашу активность, буду ставить свою музычку, пока буду работать с миниатюрами. Для чего, опять же, это буду делать? Просто для того, чтобы было более продуктивно, чтобы вы не слушали тишину и аэрограф, потому что аэрограф реально гремит. Он прямо снизу подо мной, и чтобы так вам это не закладывало уши, буду включать только одну музыку. Ну что, погнали. Так, сейчас включим. Да, и давайте так, если продолжает лагать, вот сделаем, как я сказал. То есть вы напишите плюсики, а я просто перезайду, сделаю качество стрима поменьше.
Интересная штука произошла. Что-то послало меня в задницу, по-моему, контакт. Не знаю, почему не хочет еще играть. Причем как бы глючит настолько, что ужас. А, не, отсюда играет. Сюда играет, а вот с моих аудиозаписей играть ничего не хочет. Да, причем прям до уровня жести какой-то. Знаю. Ну, оставим тогда, значит, рождественский наш плейлист. How much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside's blazing bright. We're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas. Presents and cards are here. My world is filled with cheer and you. This Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town they do. This Christmas, the fireside is blazing bright. We're caroling through the night. How much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside is blazing bright. We're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas. Merry Christmas all over the land now.
the break of day. They call me back to Santa. I make my runs about the break of day. Oh, oh, oh. I make all the little girls happy while the boys go out to play. Look at him. Ain't like old Saint Nick. He don't come but once a year. Look at him. Ain't like old Saint Nick. He don't come but once a year. But look at him. I come running with my sad girl every time you call me dear. Keep some change in my pocket, and if the children at home, I give them a few pennies so that we can be alone. I leave the back door open in case somebody smells a mouse, and wouldn't old Santa be in trouble if ain't no chimney in the house. They call me back door Santa. I make my run about the break of day. Oh, oh, oh. While the boys go out to play. This is what they call me on. Backdoor Santa. That's what they call me. They call me Backdoor Santa. And I like when they call me that. I carry a mean sack. That's what they call me. They call me Backdoor Santa. And I like when they call me that. Backdoor Santa.
I'm dreaming, dreaming of a white Christmas. You're just like the one that I used to know. Honey, it's where the treetops glisten. Little bitty children, they're trying to listen to hear for the sleigh bells that are ringing in the snow. I wanna tell you one more time what I'm thinking about. I dreaming of a white Christmas, yeah. We're there for a Christmas card that I write you. Oh, I want you to know, mail day, it's so merry and bright. Darling, I wish all of them one more thing. And may all of your Christmases, and me all, and me all of your Christmases. Christmases be so white. I'm dreaming of a white Christmas. Thank you.
y'all, this is gonna be a groove for me. It's gonna be a little something different, but we're gonna give it to them anyway. Are you ready? Come on. Ha! We wanna give out a present to everybody this Christmas. All around the world, for every man, woman, boy, and girl. Are you ready right now? Come on. Here we go. Oh, I like it like that. Come on. That's it. All right. Come on. Oh, Christmas presents around the world. Something mighty sweet to see. If only if I just had a present for everyone under one great big Christmas tree. For every boy that wants a brand new toy. For every Johnny that wants a car. For every Junior that wants a mobile bike that rides and rides and rides. Now my little daughter, she wants a doll that cries. One that walks and wipes its eyes. And I see there's someone that wants somebody home just to leave hair in their arms. What a Christmas present, this Christmas. Oh, what a gift you could be. You know if I could just give out Christmas presents to everyone under one great big Christmas tree. You know I'm even fat enough to be the world's biggest Santa Claus. And everybody could just stand around and just say, ooh, is that for me? Come on, a Christmas present for everybody this year. We want to give it to them. Are you ready? Come on, everybody. Come on, one more time together. Merry Christmas, baby. A present for you. Christmas directly from me. All the disc jockeys around the world, Merry Christmas. All the policemen and all the pretty girls. Надо дезинформировать. Чат я вижу, но просто
с тушим зончиком. Ну давай, иди сюда, давай, давай. Только не на камеру. Тоня, давай сюда. А чё вы не можете открыть тут? Ну, непонятно, как она открывается. Непонятно, как она открывается? А чё вы её стыкали? Так Росик, ты, это только кажется. Да? Серьезно? Ладно, окей. Вообще, может, мне инструменты принести? Да, слушай, ладно, разберусь. Вот так вот. Банку не могут открыть. Какой ужас. Так, ладно. Женщинам надо помочь. Сейчас, секунду, вернусь.
просто дичь, открывал тут банку икры, которая просто, не знаю, мудак ее какой-то сделал. Пришлось даже повозиться немножко. Ну, девчонки-то точно бы и не смогли. Короче, во-первых, чат я вижу. Это точно. Чем я разбавляю? Я разбавляю тинер. Кто-то, да, разводит медиум. Это медиум. Вот. Но ламия медиум, это не просто разбавитель. Он еще таким матовым эффектом обладает. Что он матовый. Вот. Разбавлять, как я разбавляю? Я разбавляю исключительно тинером. И в зависимости от того, что мне хочется, если я хочу вот прям вот такой сразу же слой, то я разбавляю там 1 к 4. Если мне нужна прям такая, как водичка, чтобы при этом там что-то сохранялось, да, снизу, то 1 к 2 разбавляю. Вот. Ну, и на самом деле нанесли тут основные цвета. Вот. И теперь мы будем работать всякого рода проливками. Вот, это тоже легко, быстро. Вот, будем использовать такую вот кисточку, вот прям цитаделевскую вош. Она достаточно большая. Проливать мы будем агрексом. Ну, а потом будем доводить все обратно до костяного цвета. Конечно, да, цитадель, извращенцы, вроде с одной стороны больше проливки, а с другой стороны теперь эту проливку пролить, как ни странно, как бы это бы ни звучало, да, теперь очень легко за счет того, что она высокая. Может быть, бы хотя бы банку-то на самом деле, может быть, как-то по-другому бы просто бы сделали, а не такую вот... такую вот высокую, потому что действительно разливать ее сплошное веселье. Так, ну вот здесь мы оставляем Агракс. На самом деле покрас три цвета Сайра нами уже был произведен. В принципе, действительно, три цвета там есть, но мы на самом деле сделаем лучше. Стараемся сделать лучше. Дело вот в чем, да, что на самом деле можно не использовать аэрограф для всего этого. Может быть, тоже где-то будет чуть-чуть аккуратнее на моменте. Дело все в том, что аэром, ну, просто банально это быстрее, как бы основные тона нанести. Раз-раз, и мы сделали. Кисточкой это было бы чуть-чуть дольше. Так, ну и... Ай-яй-яй, придется быстро тут размазать, потому что если не размазать, дело в том, что уже следующий слой проливки проявит предыдущий, где мы там напортачили.
Наша задача сделать такой приятный глазу покрас в три цвета. А, красим с кормов из The Hordes какого-то там главаря. Я тоже особенно не разбираюсь в вармашине. Это заказ. Вот. Крашу не для себя. И сегодня такая, я бы сказал, что на самом деле это интересная тема. Покрас в три цвета, потому что это такие неоднозначные вещи, все достаточно. То есть можно покрасить. Можно было оставить так, как я сделал. Только надо было это чуть-чуть аккуратнее делать тогда. Вот. А можно так, как я сейчас это делаю, чтобы хоть как-то миниатюра выглядела получше. Ой, какая здоровая миниатюра. Проливки нормально уходят. Ничего страшного. Мы на самом деле, в принципе, дальше будем работать только кистью. Вот так уж сначала, да, мы немножко схалтурили, потому что использовали AR. Малец бездушности добавили. А сейчас мы все вот это дело проливаем. Что хочется, чтобы миниатюра смотрелась. Появилась на руках PDF Kings of War. Как альтернатива ли это мертвому ФБ? А вот не знаю, что такое Kings of War. Может быть, ты расскажешь поподробнее. Да, в принципе, могу. Либо кинь ссылочку, чтобы я так взглядом пробежался, посмотрел на это и какой-то ответ мог дать. Потому что ничего не знаю об этом. Вот. И какого-то внятного ответа дать не могу. Так бы посмотрел, может быть. Вот все говорят, там какие-то еще шведские девятки, не девятки. Короче, не знаю я. Не знаю я, как ко всему этому относиться. Давайте просто так, да, я не знаю, о чем там речь. А вот, собственно, Пейндрак меня опережает. Действительно, для чего нужны, как бы, кодексы и тому подобное. Это бэк. Это бэк, который за минками стоит. Ну, пора бы уже, да, признать, что согласно бэку ФБ, ну, погибло. Да, и теперь есть Age of Sigmar, согласно бэку. Почему бы и нет?
не совсем понимаю много вони по этому поводу. Блин, зачем вы так сделали? Во-первых, ну, знаете, все это напоминает такие темы. Это же творцы самого мира, да? Ну, и если так можно сказать, Games Workshop – это некий пантеон богов для своих вселенных. Да, пантеон богов, который создал эти вселенные, и в их праве их же уничтожить. Я тебя породил, я тебя и уничтожу. Так, сниму наушники, зачем они мне? Вот. И если они решили, что вот надо ФБ замочить, надо замочить. Ну вот, с точки зрения Бека. Поэтому я не совсем понимаю вот эти вот все моменты, что козлы, уроды. Да, ребята, это их интеллектуальная собственность. Они что хотят с ней, то и делают. И вы уж либо это принимаете, либо не принимаете. Да? Такой вот момент. Нравится, не нравится, как говорят, спи, моя красавица. Все-таки мне кажется, что это интересный ход — замочить вселенную. Да потому что надоело уже вот эти высасывать из пальца всякие конфликты и тому подобное. Ну, как обычно, находятся эксперты, которые знают, как сделать лучше. Но вот сами почему-то создать вселенную, раскачать ее, чтобы она жила там 30 лет, не могут. Вот. Ну и в принципе, почему бы нет? А что касается правил, не знаю. Не знаю, что сказать, потому что я не играл в Fantasy Battles. И, ну вот, вы же всегда можете играть по актуальной, скажем так, наконец, мира ФБ редакцию. Ну и тут же сразу же куча вайна начинается. Ой, а там в этой редакции моя армия не могла. Сделайте редакцию, где моя армия сможет. И тому подобное. Ну, и все это возвращает нас к диалогу о балансе. Это неисчерпаемая тема вообще. Вот как-то на одном из наших стримов мы взяли за основу такой вот, разговаривали про баланс в Вахе и про баланс в Старкрафте. Решили вот так кардинальное сравнение такое, может быть, не совсем корректное, вот, но тем не менее, вот где-то в баланс все-таки действительно смогли. И я вот помню, когда я в Старик играл там давным-давно, куча было вайна, ой, там протосы, оп, протосы всех уничтожают, но это вот все рев цвет мед так называемых лиг, то есть это бронза, серебро, золото, алмаз, потому что нужно смотреть, чтобы понять баланс, реальный баланс, реальную расстановку сил, нужно смотреть на прогеймеров. Как играют прогеймеры, чем они выигрывают и тому подобное. Да? Я не слежу за миром ФБ, но как вот там вот про играли.
и могли ли они за вашу расу. Если могли, значит, с балансом все нормально. Либо, может быть, пронятие. Тоже, кстати, такое возможно. Ренат, 24. Здорово и тебе. Баланса нет даже в шахматах. Вот пишет человек. Крейзи. Крейзи. Я считаю, баланс есть в шахматах. Баланс в шахматах есть. У вас одинаковое количество фигур. Они делают то же самое. Поле то же самое. И на волю там, случая отдается, кто ходит первый. Вы же в конце концов договариваетесь, кто ходит первый. Да? Вот и все. Поэтому не знаю я, что это за баланса нету даже в шахматах. Странное, странное выражение вполне. С другой стороны, а что такое баланс? Баланс, баланс сил на планете вот измеряется. Вот у нас вот количеством ядерного оружия, возможностью его применить, наличие такой техники, сякой техники. И это касается только топ. Это не касается того, что вы не можете просто вот у одной армии есть ядерное оружие, а у другой только пехота. Да? И вы не можете говорить о балансе в данном случае вообще, потому что вот, ну, на самом деле, в принципе, вот это примерно то же самое. Вот у кого-то есть какая-то имба, и сравним это с ядерным оружием, а у другого человека нету имбы. Сравним это с пехотой. Ну, бессмысленно тут разговаривать, ныть о балансе, потому что, блин, братюня, у меня атомная бомба, а у тебя пехота. И почему ты хочешь пехотой своей, чтобы тебе написали правила, чтобы ты своей пехотой мог против атомного оружия? Ну, как-то глупо, согласитесь. Значит, баланс надо искать где-то на другом уровне. Либо на разработке более мощного оружия, либо на качественном уровне такого же. Правильно. Какие я вижу перспективы, а вот пишут опять же, что белые ходят первыми. Белые ходят так, как вы договоритесь. Давайте вот так. Если вы договорились с товарищем о том, что он играет за белых, это и есть баланс. Вы договариваетесь о том, кто. Либо это воля случая, если вы кидаете жеребий. Вот. Что о будущем Вармаша в России? Ну, я такой, конечно, опять же, тут все меня про ФБ спрашивают, про Вармаша. Я в это вообще ни во что не играю. Ну, что я могу сказать? Я знаю, что турниры кучу народу собирают. Вот в Санкт-Петербурге достаточно такое активное комьюнити. Вроде как, насколько я вот могу судить, да, потому что долгий период времени находился постоянно в клубе по долгу службы. Вот. Ничего не могу сказать об этой системе, потому что ни разу не видел, как в ней играют. Ну, вот именно вот прямо, чтобы встать, смотреть, разбираться в правилах. Ну, комьюнити есть. Оно там в Санкт-Петербурге сопоставимо с комьюнити Вархаммера. Поэтому я думаю, да, да, сможет. Сможет, да почему нет? Единственное, что вот лично мне не нравятся миниатюры. Вот лично мне не нравятся миньки вармашины. Вот, хоть убейте, не знаю, какие-то вот что-то вот в них не хватает, не знаю. Ну, это вопрос на любителя, да.
Наверняка найдутся миниатюры в Армашине, которые мне понравятся. То же самое же можно же и говорить о каких-то армиях в Вархаммере, да, вот Темные Эльдары мне не очень нравятся как миниатюры. Но в Вармашине достаточно миниатюр, которые мне не нравятся, поэтому могу сказать, что в целом вообще исполнение мне не очень. Вот. Если Вахи еще там, да, я могу сказать да, то вот в Вармашине трудно. Ну, а о том, что есть ли какое-то будущее у игры, да, конечно, есть. Конечно, есть. Много людей играют. Да, это видно даже человеку, который в Вармашину не играет. Ну что, поели вы свои икры? Да, поели. Спасибо, Ростислав. Вкусная она оказалась. Нормально. Ну и ладно. Ну, хоть какая-нибудь. Так. Бабы пожрали икры. Довольные. Слава Богу. Важно, чтобы женщина довольна была дома. Если женщина недовольна, все. Это кошмар. Конечно. Забудьте о спокойной жизни, если женщина вас недовольна. Если она довольна, то и вы будете довольны. Это точно. При условии, если у вас нормальная женщина. Так. Ну вот, мы пролили всю кость. Нет, еще не всю пролили. Тут еще вот у нас. Я, в принципе, не жалею, на самом деле, эту проливку, потому что дальше мы обратно все будем возвращать, вставляя косточки в глубине. Эти, скажем, Аграк Сорт Шейд в глубине. Высветлять будем обратно кости. Вот думаю, как подойти. Только. Сделать это с помощью драйбраша или же прокрасить самому. Не знаю, еще пока надо подумать. Какие-то, наверное, места с помощью драйбраша. Ну, вот так вот сейчас выглядит. Заголовок, говорят, и раздел поменяй. Ну, сейчас поменяю. Че бы не поменять? Что-то забыл совсем про это. Что-то как-то я совсем про это забыл. Как мне стримить из новой студии? Ну, во-первых, да, вот я не вижу никаких проблем Я не вижу никаких проблем со стримингом вообще откуда бы то ни было, да, если это тихое достаточно место, спокойное, в данном случае тихое спокойное место, вот, и все. А студия непосредственно нам нужна для видео, чтобы делать качественное видео. Вот для чего нужна студия. 100%. Оставим пока паренька в покое. У нас есть еще один. Вот такой вот
чел. Сейчас мы его тоже прольем быстро. Не совсем корректно, да, то есть с одной стороны физически, да, можно так сказать, с другой стороны Иван снимает вместе со мной, да, просто появилась такая возможность, снимает одну комнату и полностью переделывает ее в студию. Поэтому студия как раз-таки подходящая для этого слова. Для этого как раз-таки и собираются денежки для оплаты аренды, для того, чтобы закупать какое-то оборудование сюда и тому подобное. Вот. А то, что отчасти, да, там тут же находится и моя территория. Не вижу в этом ничего плохого, потому что позволяет допоздна стримить постоянно. Вот, как минимум это позволяет вот, на праздниках почти не выключать канал, стримить регулярно каждый день. Скоро сюда переберется и Тайлер. Мы уже с Тайлером вместе. Тут целыми днями будем сидеть, и стрим будет включен с самого утра. Так что, вот вам не хватает Тайлера по четвергам. Вот он теперь будет большую часть времени с вами. Спокойно можете зайти, потому что я буду стримить полностью всю свою работу. Как, что, какие заказики. Это будет каждый день происходить, поэтому это хорошо. Это прикольно для заказчика, что может зайти в любой момент и посмотреть, как идет работа над его миниатюрами, задать какой-то вопрос, попросить ему что-то показать. Мне кажется, что это очень продуктивно. И так еще, по-моему, ни одна студия не делала. Потому что, опять же, да, вот тут мы уже говорили об этом, что-то в последнее время много жалоб на то, что ой, вы там со сроками где-то не справляетесь. Но, ребят, вот, пожалуйста, чтобы вы видели, сколько это все время занимает, да, и тому подобное, можете смотреть. По поводу личного пространства, опять же, да, только хотел сказать, что это не 24 часа нон-стопа, вот, я вышел, поделал, и тем более это сейчас как бы выходные, да, во время работы, моя работа дома, и как-то проблем с этим особых я не вижу. Да. Если бы это нарушало мое личное пространство, тогда, наверное, оно не нарушает. Возьмем сейчас. Прольем плащик, всякую темку, потом посмотрим еще один момент, очень важный. Хоп-хоп-хоп.
Ну, вот, спокойненько. Проливаем, не заморачиваемся тут. Когда вас домой ждать? По хатушке. Тоня. Говорю, когда домой ждать? Выйти не можете. Бывает. Я еще приду. А, все. Давай. Пока, Кать. А где тогда подбудете? Нет, включен. Ничего страшного. Хочешь что-нибудь? Кока-колу хочу. Так. Вот мы пролились. Сейчас все это дело. Пускай высыхает. Высыхает. Я думаю, можно серый, где у нас нулень. Не вижу. Что-то не вижу. Нойла. Ой, что-то его как-то даже маловато будет. Нойла. Закупиться. Да. Немножко ценничек приподнялся вот сейчас на покрас, насколько я знаю, потому что ценники все растут. И что самое, конечно, такое критичное, это растут ценники на расходники. На красочку, на все дела, потому что красочка у нас в фунтах, да, в фунтах, в евро. Потом она уже конвертируется различными магазинами в цену в рублях, но, тем не менее, закупают это все именно в валюте. Соответственно, приходится как-то крутиться. Крутиться. Я бы не сказал, что смертельно ценник поднимается. Поэтому. Пугаться не стоит. Да и вообще, что такое? Да, вот эти все разговоры, там кризис, не кризис, как плохо. Я считаю, что это от лени все. Потому что кто-то на этом кризисе и зарабатывает. Ну, что все это как закон сохранения энергии. Где-то денег убавилось, где-то денег прибавилось, наоборот. У меня один товарищ работает, например, в конторе
которая занимается рекламой, ну, такой козлиной рекламой. Знаете, вот когда вы заходите на сайты различные, да, там, кинчик посмотреть, у вас всякие всплывающие окна появляются. Вот он вот этим занимается. Контора америкосская, и зарплату ему платят в долларах. Сейчас у него зарплата около, где-то почти около миллиона в месяц на курсе. Да, он и так, в принципе, хорошо получал. Ну, надо отдать должное, человек пашет как волк. Вот, вообще без оглядки, но и получает соответствующие деньги. И когда вся эта тема произошла, он вообще такой: о, Господи. У меня, говорят, теперь денег, как у дурака махорки. Я, говорю, даже уже не знаю, что с ними делать. Ну, брешет, конечно, что не знаю, что с ними делать. Все знают, что с деньгами надо делать, их надо тратить на солдатиков, на поддержку стрима, стримов, на поддержку студии ФФХ, The Station. Вот. Все мы знаем, для чего деньги существуют. Вот. Но факт остается фактом. Человек реально пашет, работает, пришел с самых низов, на входе получал 30 тысяч рублей. Ну, вот сейчас получает миллион, ну, около миллиона. Своим трудом парень пробился. Ну, конечно же, наверное, доля везения определенная. Вот кто-то использует, да, кризис как возможность, кто-то жалуется. Мне импонируют больше люди, как раз которые используют возможности. Вот, хочется им рукоплескать в данном случае. Действительно, в трудной ситуации они правильно среагировали, правильно все сделали, гнули свою линию и получили, что хотели. Да, пока все обламывались. Ну вот, пишут, валютные проститутки. Ну, а чем докажешь? Как говорится, ну все, вон, пускай сохнет наш парень. Что значит валютные проститутки, не понимаю. Я считаю, что это разум. Это разум. Использовать вот, различные такие темы. Тем более, понимаете, в рамках там, страны вы же не предаете там, никого. Никому от этого плохо там не становится. Да, не знаю. Все это очень, очень и очень странно. Я вообще за то, чтобы было одно государство, один правитель, единая нация, единая планета, скажем так. Я этот глобалист, да, это называется, или как это называется? Однозначно утопист. Потому что, ну, если мы поймем, что, ну, вот каким-то образом, ну, вот так получилось. Вот как вот вы выбирали, где родиться? Да. Я сейчас не говорю про то, что мы родились где-то не там. Наоборот, мне очень нравится моя страна. Но сам факт. Вы выбирали, где родиться? Никто не выбирал. Это вот можно назвать это случайностью, да, определенной, если не вдаваться в эзотерики всякие, то это случайность. Вы родились здесь по чистой прихоти, да, случая.
А на самом деле, если вот подняться над всем этим, родились на планете Земля. Почему-то, не знаю, в Европе как-то это вот нормально, что ты вот родился в одной стране, а можешь спокойно взять и переехать в другую, в другой стране отучиться, в третьей поработать, и как-то вот все это в порядке, ты предателем родины, при этом как бы, ну, не считаешься. Да. Я считаю, что у нас одна проблема в стране, и это не дураки и дороги, это зависть. Мы очень сильно завидуем из-за этого, критикуем постоянно, говорим, как у нас, ну, достаточно наши новости посмотреть. Да, все постоянно говорят, что Запад вот загнивает, загнивает, и вот еще чуть-чуть, и вот он загниет окончательно. Часто довольно иногда приходится кататься за гранку, и смотришь, как вот обычные люди там живут. Никто что-то как-то не загнивает. Нормальные, счастливые люди. Так, ну вот, собственно, ждем. Ждем, когда высохнет. Да. А пока можно немножечко пообщаться. Задавайте вопросики. Сейчас 22:11. Красим мы сегодня, ну, где-то до 11, до 12, где-то так. А там дальше посмотрим, что к чему. Вот. Наверное, чтобы быстрее, да, донести смысл, будем покрасим вот этого парня сейчас, да. Сейчас я вот так вот все приготовил. Вот. Сейчас уберу в сторону нашего носорога, или может оставить его, пускай красиво, красиво выглядит все равно, еще только вот залиты всякими проливами, но уже как-то это дело выглядит. Поэтому быстренько вот, чтобы донести смысл, что я хочу сделать, да, это мы покрасим чувака с фонариками, как-то постараемся его получше проработать. Ну и на этом закончим. На этом закончим. Может быть, завтра, я думаю, фоточки Вася выкинет все равно в Либер Демонику. Как это будет выглядеть? Да, он там что-то постоянно летает, какие-то маленькие штативы у меня под ногами. Вот. Но не забываем, скоро появится Тайлер. В скором времени будет красить Эверсора. Вот он тут у меня рядом стоит. Вообще никуда его не деваю. Тайлер вообще крутой мужик. Очень мне нравится с ним работать и слушать, и общаться, и квасить вместе. Вообще, в общем, человека сплошное удовольствие. Приятно вот с такими дружить, господа. Вот. Так, ладно, пускай тогда сохнет наш товарищ. Не знаю, тут ли его оставить. Гоу обратно на рабочее место. Ну и вот, будем сейчас заниматься этим пареньком. Нам нужен чистый bleach balm. Bleach balm. Кстати, а пираты вармашем не занимаются? Да занимаются еще как, особенно если учесть, что эту вармашину я крашу для
одного из главных флибустьеров нашей страны, для Хейзенберга. Кстати, надо сказать, что вот, вот этот парень, которого я сейчас буду прокрашивать, он у нас оригинал. Что-то оригинал. Хотя маленький его наганайзер. Вот, вот этот, это литье. И как раз таки хейзовское, по-моему, если мне память не изменяет. Так. Ну да, пиратит. Конечно, пиратит. Да все пиратит на самом деле. Вот тут как вам? Как вам, кстати, новость о том, что пираты смогли в пластик, причем не простой пластик, а пластик на спруях. То есть фактически полностью скопировать у них получилось ГВ. Вообще, как вы на вот это смотрите? К чему нас это все ведет? Какие соображения, господа? Есть ли они вообще? Есть ли соображения? Хорошо это? Плохо ли это? Лично на самом деле я считаю так. Что пиратство необходимо. Оно необходимо, потому что заставляет производителя оригинала производить, простите за каламбур, за тавтологию, производить качественный товар. Гораздо более качественный, чем могут позволить себе пираты. Но многие не обращают на это внимания. Я вот помню. Потому что сейчас товары такие. Ну, вот, грубо говоря, например, компьютерные игры. Да? Ну что, пираты код сломали, а фактически да, у нас получился качественный продукт. Да, то, что вот сделали разрабы. Но вы лишаетесь определенной поддержки этого продукта. Хотя, вот они же сами так вот делают. Вот если бы покупка, да, покупка товара позволяла бы вам бы еще бы на эти же деньги что-то бы дополучить, да, то, наверное, это была бы нормальная бы противопиратская мера. Потому что сейчас и патчи отдельно можно скачать. Короче, все это можно сделать отдельно. Но вот единственное, до чего не могут пираты дойти, это до онлайн. Ну, можно говорить о всяких пиратских серваках, но уровень этих серваков, конечно, оставляет желать лучшего, да, потому что даже не хочу сравнивать ни с чем. Ну, вот World of Warcraft, например. Да, все вот пиратские серваки, я вот их помню, блин, они кое-как работали, что-то там очень неясное было постоянно. Ну, вообще, я не понимаю всего этого. Все появлялось в последний момент. Конечно, онлайн,
онлайн, он от пиратства защищен достаточно хорошо. Именно тем, что сервис вы получаете, вот, так сказать, напрямую. Да. Единственное, что, ну так, достаточно, вот, опять же, консольные всякие игрушки, да, но их там пиратят на уровне, там, скачивают из интернета, записывают на болванку, но это нужно крякать вашу приставку, и, насколько я помню, вы после этого тоже не можете в онлайн, крякнутая приставка в онлайн не может. Ну, в этом смысле это хорошо. Вот какие-то беспрецедентные там, я помню, были защиты на Assassin's Creed 3, которые взломали вообще моментально. Ну, там типа вроде как вы должны были быть постоянно в сети. Или второй Assassin's Creed, не помню, если честно. Да, по-моему, второй Assassin's Creed, там все хвалились защитой. Его сломали почти моментально. Его сломали не в первый день, конечно. Это был вызов, на самом деле, такой пиратскому сообществу. Сломали не в первый день релиза, ну, сломали через неделю. Поняли, как это сделать, и вот все. Вот вам и пожалуйста. Все поделали. Конечно, трудно теперь. И мне кажется, вот игры во многом тоже в качестве из-за этого упали. И из-за пиратства. Музыка упала в качестве, это точно. Но она упала в качестве, мне кажется, благодаря возможностям звукозаписи. Да, когда вот любой говнопевец начинает петь, как Монсеррат Кабалье. Да, и... Но все равно это студийная, да, работа такая. Все равно нужно за это денег заплатить. Но теперь, когда вы можете все послушать в интернете, ну, как-то вот... Вот даже эта борьба с пиратством очень смешная. Мне кажется, там, что вот там где-то мутят авторские права. Мне кажется, как раз-таки вот уже странно. Это уже странно, ну, потому что все равно, они все равно будут нарушены. Даже не то, что будут, они нарушаются вот, регулярно. Например, нами постоянно, мы все слушаем музыку из ВКонтакте, мы за музыку не платим. Там всякие судебные разбирательства, контакт все постоянно пытается удалить, но это как-то вот все для нищих, мне кажется. Вот это. Дело в живой музыке. Надо больше живой музыки. Пиратский пластик, вероятнее всего, убьет ГВ, и будем все как ФБшники. Ну, кстати говоря, да, вот вполне возможно, что пиратский пластик как раз-таки может реально насолить ГВшникам. Ну, вот прям очень сильно. Либо им надо будет что-то предпринять срочно с этим. С другой стороны, вот видите, да, пиратство странная вещь. Это как змея, которая вот кусает сама себя. Потому что если из такого чрезмерного, да, вот этого вот пиратства
сдохнет вселенная, да, ну а что, все, придется пиратить что-то новое. Потому что не пираты, спасибо большое, не пираты создают вселенную, не пираты там делают эти миньки. Можно запускать пиратские копии, но очень сложные и без онлайн. Бразильский метод. Бразильские методы. Я вот, бразильский метод мне напоминает всегда серию про серия Ералаша по бразильскому методу. Это когда вы учитесь играть в футбол по бразильской системе, да. Когда вот вы хотите стать крутым вратарем, вот, на фоне витрины пытаетесь поймать мяч. Как-то так, по бразильской системе. Чтобы ощутимо было. Чтобы ваш пропущенный мяч был вами ощутим. И дальше продолжим. Ну вот как-то вот, вот так вот сейчас продвигаемся. То есть, ну мы понимаем, да? Просто возвращаем обратно бличбол, наставляем внутри Агракс. Ничего нового. Абсолютно. Все, мы это уже видели. Но как-то вот я подумал, что покрас в три цвета турнирный должен выглядеть вот как-то так. Хочется просто сделать хорошую вещь. Да, даже к самому простому дойти немножко с душой. Пара уголовных дел. Ну вот, например, все, никак не можем побороться с пиратством, как минимум у нас в стране, в других странах. Это все достаточно трудно осуществимо. Пираты же тоже не дураки. Никто из них не хочет за решетку. Да, поэтому все как-то вот пытаются, как-то вот изворачиваются в данных ситуациях. В данном случае Россия прекрасное абсолютно место. Тут решают все количество связей. Количество связей и качество крыши. Да, тут Россия такое место, где можно. Где можно. Тем более, судя по уровню нашей валюты относительно европейских валют, у нас действительно это выгодно теперь делать. Получайте. Thank you.
Ну, как сказать, огромное. Не сказал, что супер уж там огромное, знаю несколько литеек лично. Не то бабло, я бы сказал так. Не те деньги. Потому что если бы, даже давайте так, если были бы те бы деньги, то некоторые бы из наших бы пиратов не писали о себе статьи и тому подобное, потому что ими бы уже давным-давно заинтересовались бы всякие господа, ведь они же не платят налоги, понимаете? Пираты не платят налоги в казну. А это уже плохо по отношению к государству. И тут уже другой момент вступает в игру. Все-таки не те обороты. Все-таки у нас такая страна, понимаете, что если бы у вас были бы нормальные обороты, вас бы уже бы давно бы прижали. И даже если бы вы выпускали лицензионную продукцию и тому подобное, вас бы все равно бы прижали. Вот. Да, если через вас проходят большие потоки денег, у нас в стране это моментально замечается и каким-то образом вот регулируется. Ну, если брать все в целом, может быть, но ты видишь, невозможно занять полностью весь рынок. Просто невозможно. Поэтому... А чтобы ГВ выйти на Россию и продаваться тут хорошо, надо открывать тут производство. Открывать тут производство, ну что это значит? Что финны, например, будут ездить в Россию, покупать наши коробки за русские рубли. И они будут стоить дешевле. Тут же появится рынок дешевый. ФБшной ГВшной продукции, которые просто как бы наши же дельцы будут продавать европейцам, просто отсылать им по почте как угодно. Вот. Поэтому для ГВ это не интересно. Открывать здесь что-либо. Делать это согласно ценнику. Нашему какому-то приемлемому. Ну, все останется на своих местах. Я думаю, еще долгое время. Тут должно быть какое-то конкретное потрясение. Не знаю, что должно случиться. Наверное, может, мы должны вдруг резко обогатеть и принести ГВ очень много денег, чтобы оно обратило внимание на Россию.
Ну, что-то как-то вот в ближайших перспективах как-то вот не видно, что у нас так все наладится в стране, и все мы заживем дружно и счастливо, с кучей бабла. Ну, это нигде невозможно. Хватит уже ждать халявы. Я всех призываю собраться и работать. Хватит ждать халявы, господа и подачек. Нам никто не обязан. Мы должны все работать. Ведь, на самом деле у нас действительно такая репутация немного ленивого народа, да, но смекалистого. Понимаете, в чем прикол? Из-за того, что мы ленивые, мы очень умные. Потому что ленивый человек, он реально умный. Почему он умный? Да потому что он 20 раз подумает, прежде чем что-то делать. 20 раз подумает. Надо ему это или не надо. В основном это так и есть. Такие вот философы, это, говорят, ленивые люди. Все. Любят пофилософствовать. Давай, что-нибудь поставим послушать, чтобы не так уж прям в тишине сидеть. Сам что-нибудь послушаю.
Я думаю, вряд ли это из-за музыки, потому что музыка, она подгрузилась, и все. Так что, я думаю, вряд ли. Вряд ли это вот с какой-то с моей стороны. Go дальше. Ну что, продолжает лагать? Или отвисло? Thank you.
Что мы сейчас поделали, покрасили тут ему морду лица и руки, они у них красного цвета. Для турнирного покраса, в принципе, хватит на самом деле вот пройтись проливочкой. Вот. Это нормалек. Нормальная такая, скажем так, схема. Вот. Сейчас мы поработаем над красным цветом, потом вернемся к кости. И все. Здорово! Привет, Агра! Как у тебя дела с наступившим тебя Новым годом? Как проходят твои праздники?
Мои праздники все проходят на Твиче. Пообещал, что буду вас все выходные развлекать как-нибудь. Стараюсь изо всех сил. Сегодня с 4 часов дня. И тебе привет. Ну что, мы сегодня красим вармашину для Хизенберга. Такой турнирный покрас у нас. Вот этот парень еще не докрашен. Это только база. А вот над этим... Сейчас работаем маленьким чувачком. Турнирный покрас. Хочется сделать его лучше, чем три цвета, иначе можно было уже закончить до этого. Пшикнуть, как мы любим, на аэрографом в нужных местах. И как бы все. И денег за это взять. Чинишь машинку, да, и как процесс. Вот вчера Ваня тоже починил нам машинку, так что у нас все сейвы пропали. Пришлось сегодня все заново, скажем так, проходить. Для тех, кто смотрит прохождение Pillars of Eternity, по просьбам трудящихся я это делаю. Ну и сам как-то вот пристрастился. Мне кайфово, сегодня даже не хотелось заканчивать. Даже Зик напомнил о том, что Ростислав, может быть, хватит уже заканчивать.
Так. Ну, в общем, что мы сделали, да? Все очень просто. Тут видно, да, мы положили базовые цвета, довели и пролили все. Здесь, соответственно, сделали то же самое, но только потом обратно привели, там, да, оставляя вот проливку в таких глубоких местах. Вот. Мы сегодня делаем очень простой покрас. Заказан был обыкновенный базовый покрас, турнирный, в три цвета. Вот, поэтому никаких супер-мега излишеств, но хочется сделать более или менее красиво. Вот, поэтому что еще можно, например, сделать? Чтобы это было быстренько, да, мы возьмем сейчас где-то белый цвет. Высветлим там какие-то граньки, такие вот прям вот совсем-совсем видные, да, и что мы еще сделаем? Интересную такую штуку. Мы воспользуемся аграксом не как проливкой, а как краской. Причем краской не обычной, а краской для аэрографа. Так вот, подойдем к вопросу, зачем, в принципе, все очень понятно, легко, для чего мы это будем делать? Для того, чтобы подтянить некоторые места снизу, вот именно из-под низа. Да, это можно также использовать, когда вы там уже работаете тоже со своими миниатюрами. Именно снизу делаем, и получается так, как будто бы вот такой вот переходик. Он очень быстро получается, видите? Видите, получился такой переход, самое светлое сверху осталось. Вот, вот так вот. Таким вот образом. Это можно что-то даже побольше подтянуть. Я бы нижнее было побольше сделал.
все. Ну и все, после этого мы сейчас сделаем пару граней. Беленький. Ну и что там у нас? Правда, осталось два человека. Как раз сейчас вот закончим это дело. И пойдем отдыхать. Уже с 4 часов на сегодня эфирим. Пора бы и честь знать. Ну напишите хоть кто-нибудь что-нибудь, что вы живы. Вот. Может быть, что-то бы конкретного бы хотел. Хотели. На этих выходных. Времени-то куча. Спросите. И может быть что-нибудь сделаем.
цвета. Нормалек выглядит достаточно сочненько, сытненько. Вполне себе быстро, недорого, но при этом на стол можно поставить. На столе выглядит кайфово. Где же фокус-то? Вот. На столе будет выглядеть хорошо. Это самое главное. Вот. Ну и что? Все остальные чуваки точно по такому же принципу, поэтому спасибо большое, что были с нами сегодня, 3 января. Ну и завтра, что у нас завтра? Я думаю, завтра мы немножко поменяем расписание. Завтра у нас... Завтра у нас что? С 10 покрас. Ну, я думаю, что мы начнем все немного позже. Я напишу правочку. Напишу правочку и потом как бы опубликую ее, потому что завтра с утра мне надо будет ехать в анклав к Василию. Вот. Ну а так, будьте с нами, господа. Любите ФВХ, любите хорошие минички, любите свои минички, любите классные тиры. Все, давайте, пакет.